встаньте на платформу и совместите лучку и подошву с рисунком на платформе. Стойте. Ваш рост 161 см, 251. Выровняйте лоб на расстоянии около 5 см. Температура вашего тела 36,4, нормально. Ставьте палец в отсек зажима для пальца пульсоксиметра. Анализ состояния здоровья, насыщение крови кислородом. Держите высоту сердца и центр рукава в горизонтальном положении. Поместите руку в рулон с фигмала на метро, положите предплечье на подлокотник и положите локоть на налокотник. Нажмите кнопку ВКЛ, чтобы начать измерение, Ваше высокое давление нормальное. Пожалуйста, запустите анализатор ЭКГ для измерения. Ваш сердечный ритм нормальный, ESG результаты анализа 0 регулярити фаунд. Пожалуйста, выберите элемент, который вы хотите. Начните тестировать видение правый глаз. Ваше зрение правым глазом 0,1, аномальное зрение левым глазом 0,1, перемерить. Начните тестировать видение правый глаз. Начать обнаружение астигматизма правый глаз. Ваше зрение правым глазом.